Всем привет-привет! Это снова Нехилумбра на ваших экранах, и мы продолжаем наши безумные приключения в этом странном мире. Так, ну что, товарищ, давай. Давай, я знаю, ты сможешь. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Не успел. Надо хорошо подумать сейчас, как это сделать. Потому что что-то меня это немножечко смущает. Как это я должен успеть все сделать, интересно мне знать. Так. Угу. Кстати. Ага. То есть я смогу сделать следующее. Мы должны подвинуть ящичек. Оба ящичка поставить на, соответственно, туда, куда надо. Так, давай. Ух ты, йо-йо-йо-йо, давай. Так, давай. Так, отличненько. Блин, не успел опять. Вот. Нужно липкую поверхность сделать обязательно. Так. Давай. Где там у меня коричневая эта мазня? Только не задень, пожалуйста. Пожалуйста. А как? Как это пройти? Скажите мне, пожалуйста. Так, хорошо, давайте подумаем немножечко. Ой, безликое мое существо, как же мы с тобой-то выберемся теперь, а? Очень сложно. Да, лава, конечно, по максимуму наверх, да, действует. А сюда я не смогу же? Нет, к этому я прилипнуть не могу. Так, ну хорошо. Хорошо. Давайте немножко подумаем, как это лучше сделать. Так. Но в любом случае надо пододвинуть. Это в любом случае. Просто в любом случае обязательно. Так, далее. Далее. Вот глубокий смысл какой, а, в игре. Бедняга, конечно, у нас парится, но... Так, хорошо. Угу. Кстати, я, кажется, понял. А теперь мы должны зелененьким все покрыть. Прыгучая наша основа должна придать нам сил. Так. И вот так. Блин, не то сделал. Ну ладно, подождем. Сейчас нахлынет лава. Я немножко неправильно сделал. Надо было просто прыжок сделать. Не ту кнопку нажал. Ладно, хорошо. Кстати, если вы прыгаете и нажимаете прыжок, когда уже падаете на зелень, то, к сожалению, прыгать вы не сможете. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тьфу ты, ну ты, блин, вот. Я ж напугался, знаете ли. Скинули мы этого товарища, скинули. Могли бы, конечно же, скинуть и чем-то другим, но я предпочел использовать скольжение. Ну уже, волна, давай. Мы сейчас сделаем себе дорожку. И спокойно, смело перепрыгнем до чекпоинта. То, что нам и требуется. Так. Отлично. Просто потрясающе. Так, далее. Я боюсь опять-таки вот эту вот лаву. Смотрите, вулкан, воздух плавится. Реально такая гнетущая атмосфера. Необычно. Ох, как жарко ему, а. Жарко. А это такое ощущение, что выше и выше поднимается лава. Так. Давай, дружок. Да, я гениально, конечно, сделал. Ну ладно. Так, цвет мы собрали. Оху-ху-ху-ху-ху. Чё ж так опасно-то все? Так, продвигаемся дальше. Ну что? Безликий ты мой друг, что с нами происходит? Объясни мне, пожалуйста. Другая темная пещера. К сожалению, ничего не освещается. Ладно. На этот раз ты не зависишь ни от кого. Только ты и твой свет.
Ну, это я уже понял. Спасибо большое за подсказку. Да сгорите вы уже, а! Сгорите, исчадие! Все? Никого в живых мы не оставили? Так, чувствую я, здесь что-то будет серьезное. Ой, блин! Я не заметил! Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Горите, сгорите, а! Сгорите все. Все, всех? Всех подожгли. Так, хорошо, давайте теперь разбираться дальше. Ага, все понятно, тут сосущий в ночи, но не беда. Так, какой дубль? Дубль 3. Сгори, сгори уже, сгори в конце концов, изыди, а. Все? Все. Так, вот теперь давайте подумаем. А может быть просто пробежать надо и все? Хм. Да, я что-то голову ломал. Вот не стоило даже и заморачиваться, в принципе, особо, да? Ага. Спасибо, спасибо. За такую засаду я, конечно же, пожму вам руку. Как же любят они вот это делать, а? Сгорите, пожалуйста, сгорите, а? Ой. Так, здесь я везде расчертил свою красную вещичку эту. Так. Хорошо. Нужно вперед пробежать от души. Прекрасненько. Угу. А здесь нам понадобится... А, сгореть сможет ли он? Нет. К сожалению, нет. Ну, хорошо. Тогда давайте прокрадемся аккуратненько. Ага. Угу. Так, я понял юмор ваш. Так, цветок я лучше перепрыгну от греха подальше. Чё-то он мне вообще не внушает никакого доверия. Стоять на земле небезопасно. Ага. Так. Я, конечно, все понимаю, но... Нет, да? Хм. Интересно. Так, сейчас мы разберемся. Видимо, нужно к потолку прилипать. Давай, давай, уходи отсюда, уходи, уходи, мерзопакостная сволочь. Ага, все верно. Все верно, все прекрасно, все логично. Все чудесно. Проходим дальше. Так, пока что особых трудностей у нас не возникает. Отлично, чекпоинт. Самое то, что нам нужно. Итак, переходим дальше. Нет, да? Угу. Так, мой друг. Я вот не знаю, правильно ли я сделаю. Может быть, там, конечно же, он и подпалит себя, но я что-то особо не уверен в этом. Так, ну пока без проблем. Ох ты! Свет! Свет в конце тоннеля. Она опять приближается. Бездна почти что здесь. А вот теперь надо быть готовым ко всему. Ты знаешь, что делать. Ты не можешь умереть сейчас. Ты должен продолжать жить, даже если это означает уничтожение этой великой земли.
Ужас. Это не твоя вина. Это твое проклятие. Ты не хотел ничего уничтожать, но ты достоин жить. Ну, хотелось бы, конечно, верить в это, но чувствую... Ой-ой-ой-ой, вот пекло, а, вот пекло, бездна приближается. Что-то мне говорит о том, что это конец. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Все понятно, все понятно. А-а-а. Так, а что же там делать-то надо? Я что-то... Угу. Так, давайте подумаем. Может быть, нужно использовать красный цвет, например. А, ну да, ну да, ну да. Точно. Забывай, что все живые существа могут сгореть просто-напросто. Ну? Чё, всех поглотила моя ерунда? Так, отличненько. Хорошо, преодолели этот рубеж. И с этим заданием мы тоже справились. Что не может нас не радовать, да? Ну что, безликий ты мой дружок? О, ёлки-палки. Здесь нужно будет пробежать очень быстро. Причем очень быстро. Надеюсь, мы успеем. Ёксель, Моксель. Ага, я понял. Понял. Так. А теперь самое интересное. То ли прыжок, то ли что. Наверное, здесь нужен прыжок. Я что-то подумал о прыжке сейчас в данный момент. Скорее всего, нам нужно будет пропрыгать. Почему-то я подумал так. Не знаю, не факт, но... Ух ты, ё! Ой, вовремя, вовремя, вовремя. Конечно... Готовься бежать. Так, спасибо, конечно, за предупреждение, но я не знаю сейчас, как это будет. Отлично. Вроде бы правильно поступили. Это снова случилось. Блин. Сгори, пожалуйста, сгори побыстрее как-нибудь, а. Так, чекпоинт, нам прямо как раньше, ты должен бежать. Блин, не то, не то, не то, не то, не то. Ай, what the fuck. В общем, не тот цвет я выбрал, нужно красный. Так, 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 давай, 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 давай. Ты добьешься своего, земля погибнет. Блин, жалко, конечно, жалко, такие места. Такие места и такая беда настигнет всех. Ядреный корень, а. Давай, 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 давай. Ай, давай, давай, вина. Чья вина? Угрызение совести. Сожаление. Блин, какой жат, а. Обалдеть. Смотрите, что вытворяется, а. Блин, я чуть-чуть не успел. Блинский, как же это тяжело, а. Обалдеть. Так. Давай, 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 побежали, 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 побежали. Ты должен был так поступить. Это не твоя вина. У тебя не было выбора. О. Ой, ужас какой. И это мы тоже с вами преодолели. Ну что? Мгла поглощает и это странное место с вулканами.
Что нас ждет дальше? Город. Вот это да. Вот это поворот. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за место? Посмотрите, черно-белые тона. Очень интересно, очень необычно. Оно полностью отличается от всего, что ты видел. Так. Может быть, я что-то повлиять могу, нет? В общем, видимо, эта технология не для нас. Оно грандиозно и величественно. Но все вокруг выглядит неживым. Вот что правда, то правда. Все-таки города... Города, конечно же, портят вид природы. Что это за цвет? Эти машины, они безжизненны, но почему-то двигаются. Этот цвет — жизнь? Хм. Интересно. Ты думал, что познал все, но, похоже, остались вещи, которые ты не понимаешь. Хм. Да, мы сталкивались только с живым, но теперь к нашим услугам есть механизмы. Что очень смотрится необычно для такой игрушки, это что-то другое. Хм. Вот так дела. Это место страшнее вулкана и холоднее ледяных гор. А вы знаете почему? Страшнее вулкана и холоднее ледяных гор. Потому что оно мертвое. Здесь ни одной живой души нет. Обалдеть. Чувствуешь себя незваным гостем. Как в начале своего путешествия. Вот что правда, то правда. Кстати, я аж потерялся. Может быть, изучение этого цвета поможет тебе понять тайну этого места? Хорошо, давайте познакомимся с новым цветом. Это будет электричество для того, чтобы приводить в действие все неживое. Искра. Чистая энергия, дающая жизнь, приносящая смерть. Город — искусственное место. Его вены наполнены. Электричеством. Желтый — молния, искра — электричество. То есть это проводник. Мы искрой соединяем некий агрегат. Он приносит жизнь. Искусственную жизнь. А вот это, кстати, очень-очень интересно. Вообще подобного от игрушки я не ожидал. Честно вам скажу. Но это что-то... Это что-то более новое, более интересное. Хм... Ты узнал больше об этом городе и его машинах. Они были созданы кем-то, но это была не бездна. Хм. А кем же? Кем же это было создано? Скажите мне, пожалуйста. Так, интересно. И как мне здесь пробраться? Вот это да, вот это цирк. Так, как же мне пробраться-то теперь, а? Ага, ага, перебор. Хорошо, давайте пройдем назад. Видимо, что-то мы где-то упустили все-таки.
Нужно где-то что-то отключить. Явно. Так. Хорошо. Давайте посмотрим. Хм. Нет, ничего не действует такого, да? Так, здесь тупичок, пройти мы дальше не можем. Хорошо, хорошо, давайте обдумаем. Так, а может быть отсюда проводить надо куда-то? Может быть что-то мы действительно где-то должны провести? Хотя у меня цвет, наверное, не бесконечный, он же сейчас закончится у меня просто-напросто и все. Все ясно. То есть я могу проходить под платформы. Ну что ж вы так? Теперь ты начинаешь понимать. А, все, я понимаю. Так. Отлично. Ниже, ниже, пожалуйста. Прекрасно. Ага-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 га. Все понятно, все понятно. Я немножко не подрасчитал. Да, это, конечно же, новый уровень. Тут уж не поспоришь вообще никак. Так. Ну хорошо, давай до конца опускайся. Вот теперь-то я как раз-таки... Да что ж такое-то, ну? Ну, обалдеть. Видимо, надо просто ровную дорожку сделать. Хм. Знаете, это очень круто сделано. Вот такие вот загадки, это они очень крутые. Так. Блин, не то сделал. Ну ладно. Ну давай поднимайся вверх. Так, отлично. И эту штучку мы тоже немножечко... Так. Угу. Ну не знаю, не знаю.